каждая новая сессия становится не похожей на предыдущую. 6 марта прошла 55-я сессия городского совета. Часть депутатов в последнее время стали очень придирчивы и строго следуют регламенту. Так, в течение 1 часа 10 минут утверждали порядок рассмотрения вопросов. В результате бурных дебатов 17-й вопрос был оставлен в повестке дня, а вот 29-й убрали. Затем приступили к выборам нового секретаря городского совета. Мэр предложил кандидатуру Кейс Александры Евгеньевны. Перед началом тайного голосования экс-секретарь городского совета Борисов сделал заявление. На прошлой сессии случилось то, что в нарушение процедуры, регламента, законов был вынесен вопрос и проголосован. Я вынужден информировать сегодня вас всех, что данное решение сессии о достаковом припинении повноважений секретаря Мирской Рады оспаривается в суде. Каждый из вас должен сегодня понимать все последствия того, что может завтра случиться. Я понимаю, что личные амбиции для многих из вас они гораздо выше. Вот. Я на это не претендую. Я вас предупреждаю только о тех последствиях, которых могут в конечном итоге быть. Моя цель не восстановиться на эту должность, я за нее не держался никогда. И поверьте, меня очень долго уговаривал, в том числе Юрий Кириллович, чтобы я на эту должность пошел, хотя я не хотел ее терять в зарплате, терять в льготах, которые я имел на Чернобыльской станции, но я, тем не менее, я на это пошел и, честно, свою ношу, скажем так, пронес все эти 3 года и 2 месяца. Мне очень непонятна ситуация, которая сложилась после сессии, когда славическое телевидение, к сожалению, берет абсолютно однобокий комментарий мирского головы по вопросу снятия секретаря и не берет никаких комментариев у уже экс-секретаря, вот, не давая ему фактически слова, возможности выразить свою позицию в средствах массовой информации, за которые, я подчеркиваю, мы платим из городского бюджета. Коллеги, я вас очень бы просил, не наступайте сами себе на ноги. Потому что я вам еще раз говорю, с учетом того, что вы на прошлой сессии, ну не побоюсь этого слова, наголосовали, вот, это все будет оспорено в суде. Поверьте, очень большая степень вероятности того, что это решение будет отменено. В случае, если суд признает решение сессии о достраковом припинении повноважений секретаря Рады Бориса Владимировича Владимировича незаконно, а я буду добиваться этого для того, чтобы доказать вам, что это была чистая воды анархия, то тогда вам придется освободить кабинет и освободить эту занимаемую должность. И у нас тогда возникнет коллизия по поводу того, что у нас в городском совете могут оказаться 2 легитимных секретаря. Мало того, мы же с вами все понимаем, что если решение, которое приняли на прошлой сессии, будет недействительным, то автоматически то решение, которое будет принято сегодня по обороняя секретарю, тоже будет недействительным. А стало быть, не исключен вариант, когда вам придется вернуть, в том числе в городской бюджет, полученную заработную плату. Для меня просто важно показать вам всем, что то, что вы делали, это просто банальная политическая расправа. Накануне выборов президента, накануне выборов парламент. А вот согласно закону о самоуправлении, мэр города обязан предложить новую кандидатуру на должность секретаря городского совета на ближайшей сессии. После утверждения бланка бюллетеня прошло тайное голосование, результаты которого следующие. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, немає. Кількість голосів, які проголосували, підтримують – 13. Кількість голосів, які проголосували, не підтримують – 5. Кількість голосів, які проголосували, утримався – 4. Лічильна комісія вирішила, відповідно до частини 2 та частини 3 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту Славутицької міської ради, за результатами проведеного таємного голосування, Кейс Александру Евгеньевну вважати необраним на посаду секретаря Славутицької міської ради. О текущих событиях недели коротко рассказал мэр города Фомичев. Так, в нашем городе побывала замглавы Киевской областной госадміністрації, и она побывала в здании нашей медсанчасти. Відверто скажу, мені було соромно за ту лікарню, яку ми сьогодні маємо її презентувати, в тому вигляді, в якому вона є. Але шанси виправити положення у нас досить суттєві, досить суттєві. Для цього треба взяти, закатати рукава і гарненько попрацювати. Що вже зроблено і в чому є плюси? Перше. Комісія Національної служби здоров'я визнала всі наші протоколи СМСЧ номер 5, і вони будуть враховані в наступному звіті
щодо розрахунків, я так розумію, вже на березень місяць для нашої Славутицької міської лікарні. І це вже великий плюс. Ті гроші, які ми виділяли на минулій позачерговій сесії на 2 місяці, вони відпрацювали. Далі на первинку грошей повинно вистачати повністю. Структура первинної медичної ланки створена відповідно до нормативів з усіма фахівцями, спеціалістами не лише медичного напрямку. Зрозуміло, в нас є недостача, вибачте за таке слово, не вистачає лікарів первинної ланки для того, щоб всі могли мати декларацію. І в цьому напрямку ми повинні попрацювати. І я розумію, що за січень-лютий гроші поки що ніхто не збирається повертати міській лікарні, тому що рішення комісії було в кінці лютого, вже на березень. Ми звернемось ще раз на комісію визнати і січень-лютий, щоб нам перерахунок зробили, заплатили ці кошти. В разі відмови будемо змушені звернутися до суду, тому що тут правда на нашій стороні, навіть комісія це визначила. Єдине, що визначило не з 1 січня, а з моменту прийняття рішення. Друга частина важлива по медичній галузі, по медичним послугам. Ми отримали рішення про видачу ліцензії Славутицькій міській лікарні. Це повідомлення з'явилось на сайті МОЗу вчора. По житлово-комунальному господарству ми виконуємо, чітко виконуємо графік погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз» і ДП «Газ Україна», відповідно до того договору реструктуризації, який укладений з цими контрагентами. 30 січня 2019 року було оголошено список кредиторів в суді, вимог кредиторів КП УЖКГ. Ключовим моментом накопичення боргів минулих років була занижена дотація. Сьогодні ця дотація збільшена. За рахунок оптимізації енергоефективності, енергозбереження, ми повинні акумулювати ресурс і сплачувати по боргам минулих періодів. То абсолютно все зрозуміло і іншого шляху немає. Он также рассказал о планируемых улучшениях в ЦНАПе и о том, что шведская компания поставит новое оборудование на 8 рабочих мест. Далее приступили к заявлениям депутатов. Депутат Радченко рассказал о предложении экс-депутата Питкова о создании бесплатной правовой помощи. Решено подыскать помещение в центре города в кратчайшее время. После перерыва депутаты продолжили оглашать свои заявления. Депутат Орлов рассказал о встрече с главой агентства по управлению зоной отчуждения. Он презентовал проект реформы зоны отчуждения, который касается уменьшения числа предприятий, которые находятся в подчинении агентству, тем самым оптимизируется структура управления производственными процессами. Хочу заверить, что в этом проекте Чернобыльская станция остается целым неделимым комплексом, не присоединяться к ВВУФО, но и ранее присоединился к ВВУФО ВВУ-1, ВВУ-2. Остается 6 предприятий на сегодняшний момент. Есть проблемы с финансированием этого комплекса, поскольку недофинансирование значительное, и Петрук взял на себя ответственность за то, что до конца года вопросы финансового плана будут успешно решены. В первую очередь вопросы связаны с заработной платой, с ростом заработной платы. Депутат Радченко рассказала о просьбе детского сада «Марите», проведение срочного ремонта веранды, восстановление освещения вокруг детского сада и обновление детских площадок. Достаточно продолжительное время обсуждали новое предложение тарифной комиссии об изменении объемов вывоза мусора. Рассмотрели также вопрос о ремонте лифтов в Киевском 4. Причина дуже проста. Проектна кошторисна документація виконана неякісно. Підрядною організацією виконана неякісно. Як це питання вирішити? Ми його вже вирішили це питання. Коли буде закінчено виконання робіт? Через 2 дні. Через 2 дні ці роботи будуть виконані. Яким чином? Це міський голова вирішує, чином. Бо інше ніхто не може вирішити. Не ЖКЦ, не управлінська, не управитель новий, бо це не їх частина роботи, капітальний. Депутат Джалалян зачитал обращение от участников АТО по вопросам медицинского обслуживания, бесплатного проезда транспортом и приобретения жилья. Депутат Федосенко высказал претензии к управляющим делами исполкома Скляру. Депутат Корнейчик затронул тему о
борьбе с аномалиями в городе и высказал претензии по уборке общегородских территорий. Если выделяются средства, если есть компании, насколько я понимаю, УКП ЖКЦ контролирует процесс уборки придомовых территорий, дайте задание со сроками, чтобы это устранили. Потому что сейчас придомовые территории убираются более-менее нормально, вот, а, к сожалению, общегородские отвратительны. Также он продемонстрировал фотографии достаточно приличной ямы на трассе недалеко от Славутича в сторону Любича. Или маршрутка, которая следует Чернигов, Славутича из Любич, она настолько туда влетела, что она остановилась, и люди получили ссадину. Дано указание ДЭО ликвидировать ее в кратчайший срок и доложить о результатах. Были рассмотрены и другие обращения депутатов. К рассмотрению третьего вопроса сессии повестки дня приступили в 15 часов 35 минут. В дальнейшем сессия проходила в нормальном рабочем режиме, и вопросы рассматривались достаточно быстро. Подробно остановились на утверждении программы «Здоровье Славутичан» на 2019 год. Ввиду дефицита средств уменьшили выделение денег на приобретение квартир для вновь прибывших врачей на сумму 200 тысяч гривен. Но в случае освоения 800 тысяч к этому вопросу вернуться. Утвержден список приобретения дорогостоящего оборудования для медсанчасти. За выделение средств на программу развития муниципального туризма в Славутичском регионе не проголосовали. Поддержали депутаты выделение 500 тысяч на приобретение участникам АТО и членам их семей жилья в нашем городе. Оставшиеся 25 вопросов перенесли на понедельник. В этот день депутаты соберутся снова и продолжат работу 55-й сессии городского совета. Хочется надеяться, что работа в понедельник будет более продуктивной.